вокзал города-курорта Зеленоградск. Вот здесь официальное название — станция Зеленоградск-Новый. Вот сам вокзал, административное здание. Тут кафешка, несмотря на такой вход непримечательный, кафешечка такая, ну, неплохая, скажем так, столовочка такая простенькая. Два туалета, один действующий, другой реконструирующийся. Вот эта дорога уходит в Калининград. Я в Зеленоградске не был уже, наверное, как минимум 1,5 года, а скорее всего около 2 лет. Надо будет посмотреть по своим видеозаписям, когда последний у меня был сюда визит. Вот, поэтому здесь, даже подъезжая к городу, я увидел много чего нового, того, чего не было. Вот этих вот навесов над станцией, над перроном не было. Вот я показал. Вот, 2 навеса. И, по-моему, сделали другой перрон. В плане вот плиточкой выложили ее. Тут такой вот переход сделали с изгибом. Ну, сейчас я традиционно пойду в сторону моря, а потом уже пошастаю по городу, посмотрю, что нового построили в городе. Время сейчас местное 13:10. Не разжигайте костры в парках, лесополосах, полосе отвода железной дороги. Помните, неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Здесь у нас, ну, автовокзалом это не назовешь, но это такая автостоянка. Она, тут обороты автобусов тут достаточно высокие, особенно летом, когда едут люди на море отдыхать из Калининграда. Достопримечательности: городской краеведческий музей, вивет королевы Луизы, памятник серому балтийскому тюленю, гостиница «Карпус Хахра», памятник зеленоградским котам, водонапорная башня, кирха святого Адальберта, городской парк, ранее парк Панлантезе. Вот это будет такой коротенький сюжет только по вокзалу. Потом я буду снимать дорогу к морю. Еще с этой стороны тут тоже табличка есть. Тут. Вот. Вот тут можно почитать. Железнодорожная Кёнигсберг Кранц. Ну, Кранц — это немецкое название Зеленоградска, кто не знает. Вот, если так коротко, сейчас я пройдусь вдоль вокзала и потом начну новый ролик. К морю, который пойдет. Вот торговый центр. Он долго строился, был в хламе, не знаю, лет 10, может. Тут какие-то столбы стояли строительные. И вот в конце концов, ну, может, 2 года как раз назад его и построили, и тут почистили немного вот этот скверик. Ну, это тоже как бы комплекс, относящийся, можно сказать, к вокзалу, поэтому я его тоже сниму. Ну, торговля справа-слева, арка. Платформы, 3 платформы. Вот так, вот тут тупик. Упирается в море, можно сказать, поезд. Ну, карта Зеленоградска, это так, чисто схематически, по
посмотреть. Вот, я пойду по улице Горького, скорее всего. Она маленькая-маленькая, улица Горького. Мучебученькая, не такая, как в Москве. Там или в том же Калининграде. Вот она, по-моему, эта улица Горького. Вот. По ней я и пойду. Вот. Ну, на этом вокзал заканчивается.